Так, Викторович, 5W30 нормальное масло? Нормально, хорошо. Училка звонит, что хочет. Алло. Игорь Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Мария Ивановна, здравствуйте. Значит, смотрите, у нас завтра все по плану, в 16:00 ребеночек приходит на английский, верно? Совершенно верно, да, Мария Ивановна, все по плану. Ага, хорошо. Угу. Я, значит, напоминаю, что завтра мы еще сдаем наш туры. Чего мы сделаем? На шторы сдаем 500 рублей. Мария Ивановна, а ничего, что вы у нас репетитор, и мы к вам домой ходим заниматься? Какие шторы? Угу. И что, по-вашему, у меня нет окон? Вы сейчас серьезно? Игорь Васильевич, а вы серьезно? Для вас это что, новость, что ли? Такая же система, как в школе. Мария Ивановна? То есть я для вас не учитель, что ли? Или что-то понять? При чем здесь вы не учитель? Просто я... Знаете что, Мария Ивановна, подождите. Спасибо, конечно, вам за английский, но шторы, мне кажется, как-то лит. До свидания, Мария Ивановна. Мы поедем. Все, подождите, я не договорила. Игорь Васильевич. Мария Ивановна, до свидания. Завтра в 16:00 будете ребеночек?